Важно, чтобы было не только где жить, но и чтобы жить было комфортно. Коммунальные организации Тобольска борются за территорию обслуживания. Меньше чем за полгода молодой коллектив управляющей компании «Апартаменты» своей образцовой работой завоевал право оказывать услуги жителям 6 многоквартирных домов. А в феврале планируют открыть офис и в Тюмени. Подробнее в нашем материале. Марина Сафонова переехала из Тюмени в Тобольск работать мастером в управляющую компанию «Апартаменты». Несмотря на молодость и хрупкость, она сумела выстроить отношения с жильцами и работу. В подъезде были покрашены стены, были побелены потолки, приведены были в порядок плинтуса. Также была восстановлена вся входная группа, то есть в том же дизайне сделали. Также навели порядок мы в подвалах. Было очень много у нас труб, которые были уже сгнившие, краны, которые подтекали. В подвалах было постоянно сыро. На сегодняшний день все эти моменты мы учли и исправили. В домах 18 и 18А 9 микрорайона за лето провели косметический ремонт. Жильцы говорят, такого в малосемейках не делала за 30 лет ни одна управляющая компания. Уровень доверия к активным коммунальщикам возрос и у жителей новостроек в 7 микрорайоне Тобольска. Владельцы современных квартир выбирают апартаменты. Сотрудники управляющей компании стараются оперативно реагировать на запросы собственников. Также на небольшом сроке управления нашего дома сделали косметический ремонт. На сегодняшний день я могу сказать, что я довольна нашей управляющей компанией. Уровень доверия горожан к нам растет, поэтому мы хотим знать им не только прекрасные условия проживания, но и хорошее настроение. Не прошло и полгода, как в списке обслуживаемых управляющей компанией «Апартаменты» появилось 6 многоквартирных домов. Коллектив обещает оправдать и название, и ожидания жильцов. В феврале планируют открыть офис в Тюмени. Юлия Савиных, Рустам Рузеев, Тюменская служба новостей.